Проблема с мостом для сипаучан не новая. Путепровод эксплуатовался амаль 20 годов. И апошним часам от водителю было шмат скаргов на стан его асфальтового покрытия и так званых температурных швов. Тому и приняли решение провести бягучий ремонт. Сегодня производится фрезерование верхнего слоя асфальтобетона. Будет замена полностью гидроизоляции. И стыки вот здесь швы, температурные швы так называемые, вот, будет замена 4 швов. То есть полностью для того, чтобы обеспечить комфортный проезд транспорту. Стыки, да, когда перепады температуры, они поднимаются, опускаются. И в связи с этим, то есть машины, как говорят люди, били свои подвески. Одна полоса по мосте уже закрыта, а по другой у обоих боки рухается транспорт. Покуль за поток отказывают регулировщики. Днями тут будет смонтировано электрообсталевание для реверсивного руху. Скончить ремонт плануется до 1 листопада. Разом с мостом у райцентра адремонтуют так само улицу Сташкевича от юбилейной до повороту на спецшколу. Сродки на ремонтные работы вылучены с дорожного фонда. Сумма больше за 500 000 рублей. Дарья Семенько, Олеся Рыбалка, Александр Артемьев, новин региона.